Здравствуйте, дорогие друзья, прям со свистка я нажал play. Сегодня в составе команды Альта были заявлены игроки, потому что нехватка части игроков из-за экзамена в колледже. Ну и Оганесян и пару человек, как я знаю, выпали. Сегодня два Коваля играют, Никита и Сергей. Возможно, как раз таки один из них является отцом Никиты, вернее, то есть Сергей является отцом Никиты, прошу прощения, что оговорился. Так, в составе Альты Остапенко Руслан на воротах, Суетин Иван, Семенюк Павел, Овчинский Денис, Коль Никита, Коваль Сергей, Талюпа Андрей и Бодня Дмитрий. В составе же команды Эва, Дамонтович Николай, Горшков Павел, Новак Александр, Шевченко Сергей, Бароненко Максим, Еременко Евгений, Рухля Михаил, Пелюшенко Александр, Гриценко Владислав, Шрамко, Вадим Гонта, Виталий и Пугач Владислав. Ну, на самом деле, непонятно, кто же сегодня будет таким более успешным ведущим в нашем сегодняшнем матче. В принципе, меняет стиль свой периодически. Они стараются как-то подключаться, наверное, за счет контроля мяча, а не так просто чисто забросами. И это влияет на их стабильность какую-то и, в принципе, прогнозируемость мою как результата. Бароненко. Вот он шанс и есть использованный момент. А Новак отдает голевую передачу. Вот так быстро. Это первое. Семенюк. На Коваля. Сергей переводит на Никиту Коваля. Семенюк сбрасывал пяткой. Новак. Новак пробирается. Как хорошо Сергей Коваль перехватывает этот мяч. Семенюк. Коваль. Шанс отлично забивать. Вот он был момент сейчас сравнивать счет. Отыгрываться. Сергей Коваль. Возможно, и брат Никиты Коваль Сергей. Кто знает. Хорошо достаточно двигается. Я думаю, что как для Альты отличное усиление. Семенюк. На Коваля, Никита. Снова на Семенюка. Бодня. Переводит на Никиту Коваля. Не пошел Бодня туда в борьбу. И Крутов. Сегодня есть Пелюшенко. Он будет подключаться в атаке. Я думаю, что на Меридиане не так все хорошо получалось, потому что было скользко. Здесь все-таки с подцеплением куда лучше. Коваль. Бароненко. Максим Бароненко, какой проход ювелирный по скорости. И снова новая голевая передача. Ну что происходит? Просто идеальная связка сегодня, как мы видим. Ну, четвертый номер хорошую скорость показал. Суетин. Талиупа отыграл на Семенюка. Талиупа. Навес на центр. Попытка пробить поворотом. Рухля Михаил.
два десятых номера в команде Эва. Суетин. Ну, не смог сыграть. Передача была чуточку в спину. Коваль, Сергей. Хорошо на замахе подловил. Суетин. Семенюк, прошу прощения. Талюпа. Неточный пас. От Андрея Талюпа. Лишенко. Чей право? Суетин. Коваль Никита снова на Суетина. Талюпа. Хороший выход Семенюка на ударную позицию. Не стал бить, зачем-то уже там разворачивался. Честно говоря, думаю, лишнее дело. Лишенко. И ударная позиция у Александра Белишенко. Остапенко выручает. Александр Белишенко переводит назад. Суетин обрабатывает. Сыграл на Семенюка. Талюпа, красиво в разрез. Друзья, это была бы комбинация топ, честно говоря. Ну а так, к сожалению, для красоты футбола вот такое добивание от Ивана Суетина. Какое-то решение Шевченко. Передача вперед направила. Остапенко. Ну вот вбегание от Вовчинского. Снова Коваль. Сергей. Хорошо, Сергей разбирается и пробивает там Суетин. Остапенко. На Коваля. Талюпа. Есть добивание от Ивана Суетина. Каркас ворот отскакивает. Мяч не туда, куда хотелось бы команде Альт, для того, чтобы сравнять счет. Вовчинский. Суетин. Не самый лучший пас. Лево смотри, лево смотри. Ставит корпус Иван, не позволяет даже подобраться к мячу. Гоньте Виталия. Он только, по-моему, вошел в игру 19 номер как раз. За команду Эва Коваль. Вовчинский, Наталья Упу. Ивантович. Светин. Отыграл на Никиту Коваля. Талюпа. Хороший шанс. Попробуй ударь футзальным мячом головой. Это не так просто. Броненко. Центр, чей, центр. Остапенко. Талюпу.
Коваль, Никита на суете, на дальняя штанга, и есть Вовчинский, чуточку не поспевает он замкнуть такую передачу, это было непросто. Остапенко на Вовчинского. Коваль на Вовчинского. Никит Коваль. Как ты мне вот это когда я слабо тебе дал, и ты через минуту так же самое был Прозвучал свисток, друзья, мы продолжаем дальше. Руфя. Коваль. Сергей Коваль на Суесина. Никит Коваль на Сергея. Водня. Иван Суетин дальнюю. А и зря обыгрывал. Как-то надо было по-другому действовать. Ну, что поделаешь. Теперь контратака от команды Эва. И нужно было тут на дальнюю включаться. Честно говоря, вот такие небольшие, не доигрыши, наверное, как-то так скажем, да? Они влияют на завершение. Да и, в принципе, на результат сегодняшний. Много таких полумоментов хороших, но завершений хороших по-настоящему мало. Остапенко на Бодню. Сергей Коваль на Никиту. Суетин. Остапенко чуть на нервах. Это была отдана передача. 2-1, я напомню, счет. И после 6 минуты мы больше мячей не видим. Сергей Коваль на Никиту. Суетин. Два сброса пяткой. Такое редко бывает. И выключился Ваня. Остапенко. Рухляна Новака тут не принимает мяч прямо рядом с нами. И вот аута для команды Альта. Бодня. Сергей Коваль. Пелешенко. Рухля. Есть забит на дальней штанге. 33-й номер у нас забивает Пугач Владислав. Минута. Thank you.
Сергей Коваль. Семенюк на Суетина. Остапенко. Суетин. Хорошо пытался вырезать эту передачу Сергей Коваль. Ну, Семенюк не зацепился, теперь нужно возвращаться. Боня. На месте, блядь. Ой, ну так на месте. А, пожалуйста. Дядь, дядь! Пацаны, на Пелешенко обрабатывает передачу, есть пространство обыгрывать. Вот оно, это пространство использовано. По игрокам! Сергей Коваль видит открывание Семенюка. Лишенко на Пугача. Рухля отбирает у него мяч Суетин Иван. Снова Пелешенко. Вороненко. Времени немного остается в первом тайме нам до перерыва. Я могу сказать, что за эти 15 минут неплохо Альта смотрится, но на завершениях немножко как бы не хватает чего-то. И как только лишь после своей атаки они играют, тут сразу чувствуется, что нехватка есть и потом в защите у игроков команды Альта. Но вот сейчас скрытая передача, там Семенюк не готов. По каким причинам, непонятно. Не глядя давал ее Коваль. Сергей. И есть забитый мяч. Вот так. Семенюк реализовывает передачу Вовчинского. Минута. Лево, смотрите, лево. Пелешенко. Вороненко. Есть перехват от Вовчинского. Один останется в центре. Один в центре останется. Сзади один. Сзади один. Рикошетом, но все же забивает. Талюпа сейчас реализовывает Андрей. С передачей Семенюка. Вороненко. Алюпа перехватывает. Вот, вот, браво! Как проходит эта передача от Новака? Ну, таким прям серьезным ассистентом у команды Эва является второй номер Эва. Калюпа на Коваля Сергея. Старался отдать Сергею эту передачу. А теперь опять же то, про что я говорил. Вот эти разрывы появляются сразу же в обороне. Не всегда успевает как-то сузить. Обезвредить такие моменты.
Павченский. Убирает мяч Новак, ставит корпус. Давай, Новак, два центра. Один дай. Совсем ничего по времени остается для того, чтобы попробовать пробить в конце первого тайма. Ну и пас-то не точный. Коваль, Никита. У нас перерыв 3-3, пока что ничего, и максимальная интрига. Игорь. Следующий. ТНТ, с кем? Нару Хлюпу Гач. Вот переводит направо. Снова Пелешенко. Коваль. Наталья Упона. Центр. Коваль. Сразу Жунсуетина. Местами вот эти связки очень красиво, симпатично смотрятся. Прошу, сразу садимся, не хочешь, не хочешь. Рукам. Угач предлагается, но не будут ему давать, видимо, передачу. Пелешенко. Талюпа на Коваля. Коваль назад на Бодню. Непростая передача. Ваня так уже расстроился еще до приема мяча. Коваль отыграл на Бодню.
Талюпа! А тут Иван Суэтин держал. Не первый раз уже палит против Филишенко. Талюпа. Бодня сбрасывает на Талюпу. На ровном месте проблем едва ли не нашли. Нет, не достанет. Ух, как опасно так падать, наступать на мяч. Коваль. Никита набирает на Бодню. Снова Коваль. Бодня. Талюпа сбрасывает назад. Хорошо комбинирует сейчас Альта. Передача головатая была, и повод сразу же для отбора мяча был, который воспользовались. Не полностью, но воспользовались. Команда Эва, они сегодня в белом. Я лишь уточню для тех, кто, может быть, присоединился лишь только сейчас, посмотреть на какой-то завершающий там промежуток времени, произвольно выбранный. Пелешенко! Суэтин. Бароненко. Николь. Талюпа. Слабый пас. Суэтин там на самом деле непростой ситуации был. Безвыходный. Очень многое зависело как раз таки от передачи, которая отдается. Ну такая ситуация у нас, друзья. Точка. Решается бить Бодня. Вот сейф от Домонтовича. Бароненко. Хорошо раскачал Максим. Это был бы прекрасный мяч. Он там даже позволил себе в удовольствие поводиться, будем так говорить. Талюпа. Как-то простовато бил. Талюпа либо в касание, либо снова надо было возвращать уже вторым касанием передач. Суетин. Хорошая прострельная передача. И тут отрабатывает Суетин Иван и выводит свою команду вперед. Новак на Александра Пелешенко. Снова Новак. Пелешенко навешивает. Сергей Коваль. Оценил открывание Ивана Суетина. Тут хорошо убегает, простреливает.
Насколько же выросли за эти два года все-таки Альта? Полтора года, может быть, да? То есть, ну, команда, конечно, прибавила уровни игры. Это чувствуется в определенных решениях, которых раньше, наверное, мы бы не увидели. Остапенко на Семенюка. Вовчинский. Вовчинский. Суетин. Остапенко, перед ним мяч, все-таки с усилиями удается зафиксировать, недоволен Руслан, спалили против него в данный момент. Суетин на Семенюка, снова Суетин, навешивает, Павчинский. Есть реализованный еще один мяч. Иван Суетин отдает голевую, а Вовчинский реализовывает пятый мяч. Тайм-аут берут ребята. Минута. Лишенко, Мароненко. Хорошо подбирает этот мяч Пелюшенко. Саша полез в обводку, просто наткнулся на игроков. Зря на самом деле. Коваль Сергей. Мароненко. Сели, сели! Лево, лево! Бодня на Сергея Коваля. Снова Бодня. Брак появился у Альты. Забили они вот свои пять мячей и сразу какие-то ненужные ошибки начали делать. Лишенко. Еременко. Сергей Коваль. Алиупа. Пелешенко. Рухля.
задвигали сейчас Эва побольше, конечно, и результата сразу больше стало. Остапенко таки фиксирует мяч. Сели! Павчинский. Нет, это был Семенюк, прошу прощения. Попутал я на самом деле. Фамилии их, по статуре они похожи. Если зрение не очень. Но это не оправдание. Вот и смена голкипера. Гаршков Павел стал на второй тайм. Бодня. Талюпа. Семенюк. Снова Талюпа. Сергей Коваль на Бодню. Лево, Миша! Это не может, смотри! Давай! Водня переводит на Талюпу. Семенюк. Лево, дай. Филишенко. Шевченко пробивал с разворота. Руслан Остапенко ищет, куда забрасывать. Далеко забрасывает на Суетина. Неужели коснется? Нет, коснуться полноценным образом не получилось. Горшков. Шевченко. Филишенко хорошо сбрасывал. Коваль. Суетин. Никит Коваль. Талюпу. Филишенко. Есть какое-то решение. Сейчас протянул по бровке. Ну, на самом деле, не стал рисковать. Идти полноценно до конца в обыгрыш. Посмотрел на ситуацию, оценил, дальше продолжает комбинировать. Шевченко. Друг другу здесь на ровном месте помешали. И Новак реализовывает с передачи Шевченко. Мы продолжаем дальше. Коваль на Суетина. Шевченко на Пугача. Пугач.
А Люба правильно выбрал позицию и корпусом отразил этот удар. Остапенко. Сели, сели, сели! И добивает все-таки. Ну, друзья, тут, конечно, нет слов. Шевченко важнейший мяч реализовывает и сравнивает счет. 35-е. Вот. Растеряли все свое преимущество Альта. Суетин. Коваль. Лево, Сергей. Лево. Суетин. Телешенко. Снова Пелешенко, навешивает вперед. Гриценко вряд ли догонит такую передачу. Тальюпа там надежно опекал. И лишал возможности каких-то шансов добиться. Альта задвигались сейчас. Не умеют они все-таки дорожить счетом, который добыли хорошо. Ну и теперь приходится перестраиваться. А его умеет прибавлять. Это мы точно видим. Никит Коваль на Талюпу. Талюпа переводил куда? Налево. Сказать, что это прям на дальнюю штангу? Нет. Свободную туда зону. До линии. Не выглядело это как пенальти, друзья. Парни, быстрее, включаемся! Коваль. Никита отыгрывает на Сергея. Бараненко. Снова Бараненко. Рухля. Какая борьба за мяч, что же вырывает этот мяч Остапенко, и у нас вынужденная пауза. Хорошо Талюпа пробирается. Оба цеплялись, бодались корпусом. Талюпа. Точный пас на Светина. Стали, трое! Талюпа на Светина. Вроде бы хороший по перспективе прострел, но теперь же нужно отрабатывать и в обороне. Талюпа. Значит, вылетать за пределы поля будет подан мяч сейчас. Коваль Сергей. На Никиту Коваля. Грубовато там Шевченко сыграл. Ну и шанс был хороший только что. Забивать.
Шевченко перехватывает Семеню. Рухля на Пелешенко. Семенюк перехватывает, есть выход. Ух, как долго Павел-то с мячом был. Выходи! Ковальники там на Семенюка. Сергей Коваль. Халюпа. Пелешенко навешивает на Мороненко. Тот старался, растянулся, попытался достать. Водня. Можно сказать, едва ли не последний удар был. Я напомню, что 5-5 у нас сейчас. Это может быть вторая ничья Эво за три тура. Хорошо! Быстро, быстро, быстро! Давай, давай, работаем! И звучит финальный свисток, который гласит нам о том, что 5-5 сегодня таков счет этой встречи.